It's a beautiful morning. Так, всем привет, ребят. Добро пожаловать на стрим по Resident Evil. Осталось совсем чуть-чуть. Проходим там уже достаточно давно. Так, секунду, надо понять, что с изображением, что вообще происходит сейчас.
It's a beautiful morning. Так, вроде заработало. Привет, Гора. Привет, привет, Аранти. Всем-всем. А, кстати, Гора, там же игрушку твою прохожу, а ты все отсутствуешь. Уже почти прошли. Так, сейчас выровняем изображение, так как я стримлюсь в консоли, и через старый-старый TV-тюнер приходится каждый раз заниматься подобным. Контрастность не буду менять тогда, если что. Если уж темно будет, говорите. Так, тем временем... Насколько я помню, мы уже близки к концу игры. Так. Ёлки. Чекаем ящик. Пули. Красная трава. Так, вот это можно, по сути, закомбить. Хотя нет, можно вот так сделать. Нет, не бросил. Я же тебе говорю, прохожу твою игрушку, уже почти прошли. Там осталось, ну не знаю, ну где-то минут 20, наверное. От всего. Я позавчера и вчера тоже заморачивался, там часа по полтора где-то. Все оказалось проще, чем я думал. Так, отсюда... M-Bullets. А это что такое? А, это ган. Так. Синяя трава. Я потом выложу записи все на YouTube. Сейчас что-то пока времени нет. Ну, не прошли, я говорю. Мы дошли примерно до середины, может, чуть подальше, короче, за вчера. Так... Сейчас надо вспомнить, где мы расположены вообще. Здесь мы вообще не были, да? Можно сходить направо. Элеватор. Лифт. Нажатие на кнопку не дало эффекта. Это не использовалось долгое время. Сообщение не приходило на телефон, что ты стрим. Блин, странно, как так, Гора, я не понимаю. Попробуй переподписаться, короче, и нажать галочку, чтобы получать уведомления на почту. Так. Я все понял. Мне кажется, я все понял. Ну ладно, пойдем сюда. Главный отсек. В Москве на работе. Классно, ну как тебе работается с утра? Блин, ну темно, однозначно темно. Сейчас я подправлю ситуацию.
51, и вот здесь 65. Так, наверное, будет получше чутка. Huge breaker system that regulates all the power in the lab. Короче, огромный какой-то регулятор, который регулирует подачу напряжения. Начальник сегодня приезжал в 5 утра, ни хрена. 5:30. Не спится ему, что ли? А главный предохранитель был вынут и... Ну и, короче, напряжение... Как раз спал. Ну так в это время, да, самое то. И в некоторых местах электричество не подано. Так. По-моему, отсюда только два выхода. Угу. Левее и правее. Ну давайте сначала левее сходим. Снег. Ё-моё, что это такое? Так, я бы на самом деле заюзал какой-нибудь пистолет или хотя бы шотганчик для уверенности. Но он на машине, а я же в центре работаю, сюда только рано утром приезжать. А, ясно, ясно. А, это морозильная камера, ёлки. Думаю, на что же это похоже? Контрольный короб. Used for super low temperature experiments. Ты можешь установить сюда суперкондуктор fuse. Если бы у тебя был fuse case. Угу. Теперь у нас есть предохранитель. Отлично. Похоже на компьютер для хранения дата-файлов. Подумал и взвесил насчет... взвесил насчет GameCube и решил не брать. Ну, зря. GameCube... коллекцию пригодится, мне кажется. Блин, вот почему их нельзя в одно, как бы в один слот распихивать? Что за бред? С патроны можно, а эти нет. Но у меня такой ноутбук, только он не эмулирует. Нифига. GameCube. Ну, точнее, как сказать, эмулирует, но только со скрипом. С ужасным скрипом. Еле-еле.
hard key. Ну и, собственно, no response. Ну, не эмулирует. Дельфина, короче, не хватает. Дельфину не хватает ресурсов моего компа. Там, на самом деле, со всякими вот этими видюхи 2 гига и прочее, это все фигня, потому что... Main Fuse. Так, так, так. Давайте Main Fuse вставим. Как? О. Теперь левее. В итоге видюха не вывезет, и проц будет лагать, и вообще. То есть не будет его хватать. Со стримом уж точно не потянет. Короче, для комфортной игры в геймкубовские игры на дельфиновском эмуляторе, мне кажется, нужно стационарник по-любому. To present, to enter. Да нет, просто на ноутбуках они обычно урезаны за такую сумму. Я вот исходя из этих соображений. Это наверняка какая-нибудь урезанная версия. К тому же, которая и еще не одна там, а вместе с установленной в процессор интеловской какой-нибудь видюхой, которая переключается. Это вообще геморрой ужасный для эмуляции. PlayStation 2 не будет на нем идти, GameCube тоже не будет. Ну, может и будет, но на крайне низких... настроечках. Commencing with fingerprint verification. Will you proceed? Окей. Значит, у нас нет пока отпечатков. Так, ну, открывается с карты. Ну, понятно. А где карта-то? Is opened. Дверь открыта. Двухъядерный 1.6 оперативки 2 гига, видюха Radeon. Ну, я не знаю. Я вот исходя из... Nathan файл. Короче, ладно. Ну, с тормозами, да, ничего не изменится на самом деле. Я просто недавно тут на стационарнике проходил Carmen Sandiego, такая игрушка есть на GameCube. Вот, и он достаточно мощный, там что-то 6 гигов или 8 гигов оперативы, 2 гига, по-моему, если я не ошибаюсь, видюха там, и какой-то охрененно дорогой i7, какая-то модификация, не помню точно какая. Короче, комп заряженный. Вот на нем летает изумительно. Дома у меня, ну, как бы чуть послабже, может, года на 3, наверное, выпуском помладше комп с гигабайтной видюхой. i7, что ли, или i3, не помню. Сейчас надо глянуть. И на нем уже проблемы. GameCube на нем не идет. Что, куда переместить? Core 2 Duo.
Ох, ёлки. Это что еще за создания такие? Прям Final Fantasy. Да ты... А, тогда другой вопрос. Что жрет эмулятор? Проц или видюху, или оперативку? Ну, именно дельфин, я думаю, что скорее всего... Проц. Хотя и видюха тоже там играет роль. Вот, оперативку, ну, я думаю, 3 гигов будет достаточно оперативки. Это, в принципе, стандартная такая схема для всех эмулей. Так, ну что, они там растворились, все нормально? Хвостиком махнуло. Что-то за гадина, не понимаю. Первый раз, кстати, встречается это моб. Этот. Да, давай, Гора, давай. Смотри, осторожнее там. Ребят, если есть кто на Гудгейме, напишите, пожалуйста, в чат. Мне очень интересно, работает ли мой канал на Гудгейме. Мне почему-то такое впечатление, что меня там забанили вообще. Я не могу создавать анонсы так, как раньше их создавал. Либо изменили политику сайта. Эй-эй-эй. Комбайн. Слышу шаги. Давайте заценим мапу. Левее. Ух ты, ёлки-палки. Это еще кто? Непонятные создания какие-то. Наверное, бывшие люди, мутировавшие от вируса. Помнить, что здесь имеется еще 3 куста травки. Это что? Диск слад. МО-диск. Вставьте верификационный МО-диск, чтобы открыть ворота. Вот эти ворота, да? To the underground platform. Понятно. Слушайте, если в первой части MO-диск был необязателен для прохождения, помните, у нас там их было штуки 4, по-моему, или 3, если я не ошибаюсь. А, Санрисель, привет. А, Санрайз, прости, что-то у меня с утра прям вообще какая-то непонятка с чтением ников. Санрайз, соедини травы. Хорошая мысль, можно соединить. Только получится еще один куст взять только. Окей, теперь.
Теперь левее, по-моему. Угу. Запутано, столько ходов, выходов. Лаборатории доступна здесь. Ты возьмешь карту лаборатории? Да, конечно. Привет, тритонный. Автомат дотрать? Выкинь дальше. Окей. Ты имеешь в виду машинган? Узишку? Или это все-таки автомат? О, сейвилка. Отлично. Можно, кстати, травушку сюда переместить. Эй-эй-эй-эй-эй. Ч-ч-ч, изи, изи. Эквипим. Получи. Мерзкая тварь. Я бы на самом деле... А, кстати, синяя трава, она же сама по себе вроде, да, работает? Ее можно просто так заюзать. Лучше вот это закомбить тогда. Теперь скидываем УЗИшку. К примеру, на... Handgun Bullets. А, кстати, вот. Вот же у нас что имеется. И к нему как раз патрончики. Целых 60 штук вроде как. А, красная трава была. Щит. Как-то так, наверное. Освободим чутка местечко. Благо, лент у нас просто предостаточно. Это очень круто, потому что в первой части приходилось экономить просто. Каждый раз, 20 раз обдумывать, стоит ли сохраняться или не стоит. Потому что может не хватить. Здесь их много. Хотя на харде, наверное, ограниченное количество.
опять сверху упадет. Гадина, я прям уверен. Так, давайте заценим мапу еще раз. Направо. Что? Дверь is opened. То есть is opened указывает на то, что она... То есть она есть, открывается, как бы, дословно переводя. То есть прямо здесь уже открыто, как бы, если так перевести. Но она не открыта. Что за бред? Что есть интересного? Товарищ, постойте. Интересно, он выйдет? Готов. Да ты... Блин. Это еще кто? Какой-то новый моб. И какой-то микроскоп стоял. Надо его тоже глянуть. Хотя нет, это элемент фона. Ага, вот она и карта, кстати. Похоже на машину, которая используется для вакцинации, написано. Окей. Ну, в общем-то, ничего такого подозрительного я больше здесь не вижу. Что за эксперименты здесь проводились? Различные химикалии. Сейчас глянем еще на карту. Странно, такое ощущение, как будто дверь открывается. А она открывается. Черт побери. Так, так, так. Стойте, стойте. А, ну да, все верно. Она как раз открывается и нам направо. До конца и направо. Что за пятнашки?
Привет, Фокси Райт. Хотел помочь одному москвичу, он такой борзый оказался. Так это ж отличительная черта. Что это за матра? Эй, эй-эй-эй-эй-эй. Полегче, полегче, ты что делаешь? Или Батра, как ее, Ботра. С Годзиллы. Огромный мотыль просто. Так, ну-ка. I can reach the computer. Ну, может быть, их как-то спугнуть, не знаю. Да там знак стоит, стоянка запрещена, это же центр Москвы. Я ему и сказал, посмотрите на знак. Ой, да это вообще больной вопрос. С парковкой в Москве это просто сумасшествие какое-то. Да, конечно, хочу. Accessing. А, насколько я помню, Джон. Пароль Ада, если я не ошибаюсь. Is not in the research database. Окей, а если Ада? Нет, видимо, кто-то другой. Интересно. Так, ну давайте почитаем еще раз файл, потому что у меня тут много было документов. Это вроде не то. Нет, тут описаны воспоминания чувачка, который играет в шахматы с зараженным вирусом, и он замечает, как он типа это трансформируется постепенно. Да, это все фигня. Привет, Ревенант. Кто-то с крыши снег скидывает. Сумасшедший. В такую рань. Так, ну а что, а у нас еще вроде же была одна дверь, которая закрыта. Мне нужно было карту использовать. По-моему, была. Не, ну мотыль, конечно, мощный. Переросток такой. Их здесь много, походу, еще будет. Вот это в стене что такое? Какие-то непонятные рисунки. Вот. Странно. Ладно. Пароль Umbrella. Да там не пароль, там пользователь.
Ну, не, ну так гадать это фигня, надо найти, короче, что там делать-то дальше. Ага, вон как раз нужно вернуться назад. То есть левее сейчас. По кругу. Да. Геймпад для ПК. Я использую переходник с AliExpress. Я уже, кстати, второй заказал. Один на работе оставил, второй. Гостя попробуй. Гест, гест. Или гест и без пароля, да? Так, что здесь? Ничего вроде. Правда? Ну, давай сейчас попробуем сначала добраться до еще одной двери с картой. Потому что там вроде тоже была карта нужна. Ой. Вот, а потом вернемся и попробуем гест. Я, правда, не понимаю, из каких соображений это складывается и как я должен был догадаться, что именно гест. Никто мне не говорил об этом. Вроде и диалогов даже не было. Что ж такое? Already released. Эй-эй-эй-эй-эй! Парень, полегче, ты что делаешь-то? Выдает. Так, ага. Ну вон как раз дверь у нас мигает. Он для второго сюжета. Ясно. Закрыто снаружи. О, в смысле, изнутри. From inside. Так. Сотрудника. It looks like he poured oil all over the place. Такое ощущение, как будто он разлил масло повсюду. Угу. Блин. Геймпад для ПК. Ну, вот я говорил, ты, наверное, прослушал. У меня просто переходник. Lock. It still locks unharmed. Короче, ничего с ним не сделаешь, да? Окей. О, смотрите, сколько травы, офигеть. Геймпад для ПК у меня подключается через переходник, который я заказал на AliExpress. То есть, по сути, это такой треугольный такой девайсик с проводом синего цвета такой. Security manual. Окей, окей. Ну, обычный переходник. Вставляешь в него геймпад от PlayStation 2 и вуаля. Можешь от первой плойки. Но у меня DualShock 2, просто у меня их две штуки. Один здесь, другой на работе. И я как бы... Вставляй его просто туда, и вот тебе, пожалуйста, геймпад. Он его определяет. Так.
Короче, тут говорится о каких-то требованиях безопасности, о принятиях мер, типа, в случае экстренной безопасности, в случае экстренного случая какого-то. В случае экстренного случая. Короче, присутствует какой-то поезд, в который погружаются все материалы. Так, все материалы. И все это дело утилизируется. Самый северный маршрут сейчас используется, чтобы доставлять материалы. From the facility will be designed emergency escape route. Хотел подарить беспроводной геймпад. Ой, да ладно тебе, горы не стоит. У меня есть полно геймпадов. Спасибо, конечно, большое. Disclosure about any information regarding research conducted here. Ясно, короче, набор букв. Давайте подожжем шупальца, посмотрим, как они горят. Найс. Возможно, туда можно залезть. Кровать работника этого места. Какое-то письмецо валяется. User registration. Ну вот же, вот же. Есть. Пасворда нет. Блин, а было бы прикольно, если бы сделали бы отсылку к первой части и ввели бы Джон Ада. Какую-нибудь пасхалочку. Воу. Я бы туда не стал лезть. Что-то знакомое местечко. Такое ощущение, как будто я здесь уже был. Ух ты. Ай-яй-яй-яй. Да ты заколебала. Ах, ну я, конечно, по глупости и стрелял. Это нормально, в принципе. По глупости и стрелял все патроны. Штуки 3 или 4 просто целил. Кстати, насчет беспроводной технологии, ребят, вот только сегодня с утра, ну и вообще, в принципе, не сегодня с утра, у меня мышка, короче, которая осталась от старого набора джиниусовского, там клавиатура и мышка беспроводная были такие, набор. Вот, сколько я с ними натерпелся, если бы вы знали. Прямо вот сегодня перед стримом ни с того ни с сего отказала мышка, и она просто не работала, и все. Я минут 10 пытался ее починить. Безуспешно. В итоге как-то сама собой каким-то непонятным волшебным образом она починилась. Поэтому беспроводные технологии — это такое дело. Просто Make 2, я пользуюсь проводным, беспроводной лежит без дела. Ну, может пригодится когда-нибудь.
Так, давайте вспомним, что у нас там. А, нам карту нужно, да, добрать? Не играл никакой. Так, смотрите, шкафчик. Это что еще? Magnum Parts. Да, конечно. Получается, ключ нам больше не нужен, да? Остальное закрыто. Эх, жалко, конечно. PS1 не вышел Fallout? Какой-то трэш делали вроде бы. Да чё-то не помню. Fallout вроде не было на PlayStation. Так, чё у нас здесь? Карта, да, вроде? Угу. На какой-то Соньке вроде выходил Brotherhood of Steel. На второй еще возможно, на первый вот вряд ли. Машины для вакцинации. Но их уже бесполезно вакцинировать. Почта России. Не, ну а что, кстати, с AliExpress же тоже Почта России довозят. То есть ее как бы... Посылку доставляют в Россию, а дальше уже... Вот, кстати, по поводу многовариативности, кто-то вчера говорил, я не помню, то ли Нюк, что ли, на стриме, что, типа, все равно вся эта вариативность приводит к двум-трем... сценарием в итоге. Ну да, скорее именно атмосферная такая обстановочка, постапокалипсис. Вариативность — это реально надуманность. Надуманность. Не так уж там все и вариативно. Бей укротив, говори. Так, мотыль, значит, да, сейчас у нас здесь? Эй-эй-эй-эй-эй! Ты что делаешь? Эй, чувак, поосторожнее, ты что творишь? Какой-то не очень босс-то. Ай-яй-яй! Нет-нет-нет-нет-нет, этого не может быть. Как же так? Нельзя, да? Окей. Тогда эквипим. Блин, ну 4 патрона просто так и стрелять, это, конечно, мощно.
Я вот жду Resident Evil Zero и второй части ремейка. В 2016 году выход. Угу. Интересно будет глянуть, что же за ремейк такой. Вроде запчасти были на пистолет. А, это он делает из обычного пистолета Magnum, типа? Лихо. Так, здесь мы уже знаем, что Guest нужно написать. А, по отпечаткам. Все понятно. У нас 24 часа. Что? Кто? Да-да-да, ремастер. Все-таки ремейк это немножко не то. Налево, да, сейчас? Так, ну давайте попробуем тогда пистолет взять тот. Сейчас шоткан я выложу. Поменяю, точнее, на пистолет. Ой, постойте, а где же он? Или все-таки Magnum это Magnum, да, ребят? Да, наверное, Magnum это Magnum. Похоже на части для Магнума. Ну, это не Магнум, определенно. Интересно, что это за кнопочки такие. Огромное растение заполняет эту комнату. Да ладно. Кэп. Так, сейчас здесь эта гадина будет. А нам нужно как-то так проскочить, чтобы повернуть сразу направо. Хотя... Да, хотя... Лучше сразу направо. Thank you.
Вижу на растении непонятные штучки, что они напоминают. Я уж молчу. Да уж. Я тоже решил промолчать. Да, бесполезно. Выкидываем. И чекаем помещение. Что же здесь такое? Удар зомби по ногам, и он тут же падает. Ага, то есть стрелять по ногам, да, лучше? Из пистолета. Буллетс, магнум буллетс. Берем, конечно. Так, 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 пацаны, осторожно. Да блин, куда ты... метишься. Ах, дурдом хренов. Активатор, ну и... Эй, ребята. Полегче, да что же вы делаете? МО-диск забрали. Лихо валим отсюда. Ох, наконец-то. Это было жестко. Опа. Ты убил моего мужа. Я знаю, что ты ищешь. Ты ищешь G-вирус, не правда ли? Это наследие моего мужа, ты не заберешь у меня это. You know это Ада, да? You really don't know anything, do you? You're so gullible. She's one of the operatives sent here by the agency. The only reason why she came here is to obtain the G-virus. That's a lie. No, it's the truth. I discovered this when I did a background check on her. She specifically got close to John and became his girlfriend to get information about Umbrella. That can't be. I know her. Ada wouldn't do something like that. Нет, это не Ада получается. You don't want to believe it, I don't really care. You're about to die anyway. What happened? Киада. Ух ты. Весело. G-вирус взяли. The self-destruct sequence has been activated. Repeat. The self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Ух ты, жесть, конечно. Ну что ж делать? Выходим. Вот это да. What are you doing? You know what this is about. So just hand over the G-virus. Отдай мне G-virus. I don't believe this. Annette was right about everything. That's why I told you to leave without me, but you wouldn't listen. Now hand it over. Don't make me shoot you. Я не понимаю, откуда такая уверенность, что он
не выстрелит первый в нее. Ну вот, например, или так даже. Что за наивность? А это та блондинка, скорее всего, да? Как же ее... Ее прибило насмерть вообще, и голову проломило. Как она могла жить? Let me go. You're gonna make it. О, господи, давай быстрее! Слишком поздно. Я хотела сбежать с тобой. Ах ты, изменщица. Да уж. Драматично. Ну, что поделаешь. О, кстати, Магнум ведь, да? Сейчас мы его и завязаем. Слушай, чувак, ну тебе не время вот сейчас сидеть здесь убиваться, давай побежали быстрее. Вообще не время. Обрати внимание на пистолет. No rounds. Magazine. Magnum rounds. И... Так, так, постойте, что за фигня? No rounds in the magazine. Ну у меня же есть. Что? Ой. Что заставило ее сделать это? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Отстань, блин! Так, по-моему, левее теперь нужно. Да. Левее, и теперь у нас есть MO-диск. Активируем. Огнемет. Справа. Ну-ка. Ребят, а вот по поводу вот этого лаза, нужно туда лезть-то вообще? Или можно игнорировать это место? Обязательно? Походу, не обязательно. Ну ладно, тогда валим. Но я так понимаю, все, уже нужно использовать MO-диск и не испытывать терпение игры.
ты еще кто? Эй! Что же это такое? Так. Полегче. Ты елки. Используем. Так. 5 минут до детонации. Это мне не очень нравится. Что делать-то? Огромный лифт используется для чего-то там. Нажмем, конечно. Оу. Это еще кто? Еще сильнее мутировал, да что же это такое? Так. Лифт еще не здесь. Но сколько ждать-то можно? Так, постой, чувак. Да это не дело. Да ё-моё. Блин, одним огнеметом, походу, с ним не справиться, чуваки. Чё делать-то? Надо было все-таки, наверное, добежать до ящика. Набрать патронов. Блин, сейчас теперь... Столько... Переигрывать. СК2 спит, никого нету тут. А, нет, хотя кто-то смотрит. А, замечательная опция появилась, типа, просмотреть список пользователей. Всем привет, ребят, кто смотрит, но молчит. Подписывайтесь на канал на Твиче и будете в курсе всех стримов. Не ходи к мотылю, и патронов хватит. Ага. Окей. Можно эту штуку оставить, поменять на травки. Также можно еще так, а мотыль у нас находится, если я не ошибаюсь, собственно, вот там. Thank you.
блин. А, пистолет и патроны выложить. Что ж я за человек такой? Побежал. Пистолет нам точно не понадобится. Он очень слабый. Он все равно у меня останется, будет занимать слоты. Ну их нафиг. Я лучше оббегу эти зомби. То есть, ребят, я так понимаю, это last boss, да? То есть после сражения с этим чуваком мы, короче... Что там написано? Мугнум? Чего? Вы видели? Написано Мугнум. Мугнум Парц. Интересно. Привет. Готов. Так, так, так. Карточку берем. Это я не с Москвы горы, я с области. Мне до туда ехать 80 километров. Крайне редкий гость. Мугнум. Ни к черту он. И вот так, пожалуй, сделаем. Это да, но мне просто работа уже, у меня там тоже работа имеется. Вряд ли кто так отпустит меня в гости к гору посреди бела дня. Не нравится мне слово «работа». Работа от слова «раб». Блин, а я ее не скинул, что ли? Вот я осел. Да что же это такое-то, а? Внимательность просто минус 500. Thank you.
Вот знаете, есть роутеры с Wi-Fi. Ну да. Возьму-ка я сразу эту штуку. Почему нет? WiMAX? Я даже не знаю, что это такое, Гора, первый раз слышу. Секунду. Это как 3G и 4G. А, ну, не знаю, не слышал такого. Закрута изнутри. Так, так, так. Блин, я вот забыл, куда теперь идти. Направо, да, вроде? Вроде направо. Лихо задоджил. Я тоже первый раз слышу. Новая технология беспроводного интернета пришла на смену Wi-Fi. Если Wi-Fi нехреновое излучение создает, то представляю, что такое WiMAX. Патроны для магнума. Да нет, наверное, смысла нет их использовать.
Иначе никак, ребят. Они бы меня тут загрызли нафиг. Эх, вот там спрей вижу, конечно, было бы круто его взять. Это уже другой разговор. Читал в интернете, что когда мы только начали пользоваться Wi-Fi, то военные уже вовсю пользовались WiMAX. Он намного скоростнее и дальность больше. Так. Можно ли как-то это пропустить? Не знаю, походу нет. She's one of the operatives sent here by the agency. The only reason why she came here is to obtain the G-Virus. That's a lie. No, it's the truth. I discovered this when I did a background check on her. She specifically got close to John and became his girlfriend to get information about Umbrella. That can't be. I know her. Ada wouldn't do something like that. You don't want to believe it, I don't believe it. Секунду, ребят, надо закрыть окно, что-то холодновато стало. What happened? Self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. На нижней платформе. Сейчас встреча. Леон. I've been waiting for you, Леон. What are you doing? You know what this is about. So just hand over the G-Virus. I don't believe this. Annette was right. About everything. That's why I told you to leave without me, but you wouldn't listen. Now hand it over. Don't make me shoot you. Жалко, нельзя ролики пропустить. Что-то непродуман момент. Демс. Ada! Ada, I've got you. Don't give up. Leon, it's over. Just let me... Странно, но каждый раз, когда я слышу здесь имя Леон, мне почему-то представляется Лиан Ксинг из Сифонфильтр. Она так произносит имя Леон, что как будто Лиан. Goodbye.
Слушайте, а вот этот монстр, это не мутировавшая Ада случайно, нет? Он же выкинул G-вирус этот. Что за монстр? Блин, засейвиться негде даже. Придется бежать назад. Ничего не сделаешь без союзника. Да отстань ты, ё-моё! Как ты меня поймал? Я вообще не понимаю. Эй. Так, ну нам вроде правильно. Все сюда, сюда. На нижнюю платформу и лифт. Очень-очень хорошо. Фью. Что, получается, карточка нам больше не нужна, да? Так. Сюда. Ставим ленту. Incredible.
близко. Ну что же. Настал момент истины. Дай ему хоть бы хрен. Глаз стрелять вы имеете в виду? В руке? Ну, даже не знаю, как это сделать. Есть! Вроде как. Или нет? Еще раз мутировал, что ли? Вроде бы все. Походу тупо истекает кровью, как и я. Все еще. Так. Ой. Сорян, эквип. Оу-оу-оу. Ну что, ребят, вторая часть Resident Evil пройдена First Run'ом за несколько часов. Третьей части точно не будет.
пока. С реквестами вроде пока все. Сейчас закончим еще Flying Warriors по реквесту Гуру. И начнется полный хаос в трансляции. Совершенно непредсказуемо. Да, это действительно First Run. Ревенант. Это вот в этом, собственно, и сама фишка. Поезде? Не знаю, Ревенант, может быть, как всегда, плохая концовка, наверное, поэтому не показали что-то еще там. А Resident Evil Zero? Да нет, Zero не будем пока. Gun Survivor тоже не будем. Не, с резидентами пока хватит, реально. Перебор. Не-не-не, Гора, я пас. Больше никаких реквестов. Хватит. Слишком круто. Блин, прикольно. Эй-яй-яй-яй-яй. Принт, принт, скрин. Так, ранг Е. Ну, слушайте, это, наверное, слишком плохо, да, мне кажется. Number of saves. 16, по крайней мере, чуть поменьше, чем в первой части, но при этом ранг Е это, ну, как бы вообще 2. A, B, C, D, E. Это call даже, я бы сказал. Да, сюда сейвим. Клэр. Уже за Клэр сценарий. Я так понимаю, что, в принципе, полное прохождение подразумевает прохождение двух сценариев. Но я уже этого не вынесу. Второй раз по кругу все это проходить, это слишком круто. Ладно, ребят, поехал я на работу. Всем спасибо за участие, за то, что писали в чатик. Подписывайтесь на Twitch-канал, на SK2TV, на группу ВКонтактике. Ссылка прилипла на рамочке. Чекайте там. Ну и под каждым каналом есть информация дополнительная. Вот. Всем удачного дня. Сейчас еще, возможно, будет движуха с Flying Warriors чуть попозже. Все, пока-пока.